спросил вас каждого сказать о вашей мечте, то на самом деле реальных повторов, совпадений почти не было. Были вещи, которые могут быть состыкованы, были вещи, которые можно как-то адаптировать друг под друга. Но вот непосредственно, чтобы 3, 4, даже 5 человек среди вас сказали, вот я мечтаю делать там, работать в онкоцентре в больнице, таких не было. А это значит на самом деле, что из такой группы, как вы представляете вы, ничего склеить серьезного нельзя. Поскольку, да, переориентировать ваше желание под что-то, как-то вот под волонтерский, ой, под паломнический проект, а здесь, под воскресную школу, переориентировать, перестроить можно, но сделать так, чтобы ваша группа или ваша группа реально работали 2 года, 2 раза в неделю, невозможно. Я в это не верю. Вот, вы можете меня попытаться переубедить. Вот. На приходе, на самом деле, вы сталкиваетесь с ситуацией очень похожей и, честно говоря, не менее грустной. И отсюда происходят очень часто те проблемы, которые есть по работе с молодежью на приходе. Если собрать всю молодежь на приходе, и каждого из них, вот так, как мы сегодня с вами спрашивали, я вам очень советую это сделать, спросите о какой-то их мечте, а что они хотят, в чем поучаствовать, то, скорее всего, вы тоже получите вот такую совершенно не складываемую ни в какую мозаику картину. Просто вот груду пестрых камешков таких. Лежат и все. И что вам с этим делать вот сразу, как бы, каким-то образом, каким образом это все собрать в единую жизнь, эта задача очень непростая и почти невозможная. Очень важно, и вот то, о чем сейчас я чуть позже буду говорить, очень важно попытаться прежде всего запускать и наращивать, и чтобы оно действительно становилось живым, настоящим, привлекательным, какую-то одну идею. Нельзя запускать сразу все. И эту идею нужно максимально оберегать от посягательств извне. Что я имею в виду? Например, вот вы, да, по-моему, говорили про как раз онкоцентр какой-то, да, там. Ну, например, вот вы пришли к настоятелю, он говорит, ну, хорошо, давай, ходи в свою больницу, там, ладно. Вы нашли вот среди всех, кто-то, может быть, тут 5 человек откликнулись, вы как-то начали работать, а через месяц в дверях встречаете настоятеля, а он вам говорит, слушай, что-то у меня улицы грязные здесь, может, вы еще по средам пометать будете. Вот. И это очень распространенная картина. И вы скажете, ну, как будет стоять больше, ну, пометать. Вот. И тогда через месяц у вас ни там не будет, ни там, ничего. Вот. То есть в этом смысле идея, она должна реально встать на ноги и стать настолько яркой, серьезной и в то же время профессиональной, что она должна превратиться в маленький магнит, к которому уже могут приклеиваться люди. Вот смысл весь заключается в том, и я думаю, вы это на себе в первой части почувствовали, что назвать вас здесь такими магнитами, вот из того, о чем вы просто пока договаривались, невозможно. Вы, несмотря на то, что вы договорились, это, чтобы стать таким магнитом, вам нужно было хотя бы там полгода поработать. Кто-то бы отсеялся, кто-то бы набрался опыта, у вас бы перераспределились роли. Вы действительно бы стали тем, результат чего виден людям, люди как-то уже захотят к вам присоединяться, и после этого могут присоединяться. Но произойдет очень важная вещь. Ваше вот это ядро, ваша вот эта маленькая группка, она возьмет на себя огромнейший труд, который очень часто извне недооценивается и недопонимается. Труд по организации труда новых людей. То есть почему новым будет проще? Потому что он приходит, а вы ему уже говорите, что вот в нашей конструкции вот такая ячейка, ты, я не знаю, там, вот сидишь тут за компьютером и что-то пишешь. И он уже, в отличие от того, как вы полгода назад, не ходит там не пойми куда, не делает не пойми что, друг с другом, может быть, не ссорится, нет, то есть все свои силы он не тратит ни на что, кроме своего непосредственного дела, потому что вы уже это дело определили, потому что вы уже выстроили, и что самое ценное, на опыте нашли это место, вы уже понимаете, что происходит, вы уже там сберегли вашу конструкцию и от настоятеля, если он посягает на что-то, или наоборот, если он супер добрый и хороший, как-то его встроили в эту конструкцию, и так далее. И тогда вы можете работать с новичками. Но вот это вот становление ядра, это очень сложная история, на самом деле. И один из механизмов, который мы нашли, чтобы ядро такое становилось, чтобы оно появлялось,
И другого мы не нашли. Я не знаю, как вам здесь быть честно. Я просто призван здесь поделиться опытом, а как быть, не могу сказать. Это просеивание через себя все-таки достаточно большого количества людей, благодаря которому у вас кто-то остается. Отсюда мой личный вывод, что такие вот какие-то волонтерские проекты на приходах, то есть те проекты, где людям не платят деньги, они могут существовать только при открытости прихода к тому пространству жизни, который вокруг. То есть если приход живет только сам собой своими прихожанами, я лично не верю, что что-то получится. Если приход открывается, и вы можете местный там какой-то жилой район и в нужное время там какими-то листовками обклеить, и в местную районную газету там дать какое-то объявление, и что-то сделать, может быть, привлекательное для простых людей, там, я не знаю что. Но вы открываете двери для потока ваших потенциальных помощников. Те, кто могут вам помогать, приходят. Многие из них останутся в храме, будут воцерковляться, кто-то нет. Но это зависит от задачи, от вашей. Если вам нужен просто хороший помощник, который разделяет вашу идею, то значит не следует от него и требовать, чтобы он обязательно ходил, исповедовался и причащался. Он будет вашим добрым, хорошим помощником. Если у вас проект, не знаю, там какой-то супер миссионерский, где могут только вот верующие такие уже серьезные люди, тогда это другая история. Но все равно действительно вы должны быть открыты. Вы должны приглашать к себе людей, чтобы среди них кто-то оставался. Если вот этого пункта не будет, честно говоря, трудно поверить, что что-то произойдет. И еще раз призываю вспомнить, вот как вы свою личную мечту пытались адаптировать. То есть, по сути, вот вы представляете себе картину типичную, вот вся молодежь на одном приходе. Каждый хочет свое. Вот. Каким образом вас объединить под одно, это очень непростая задача. Вот. По поводу алгоритма. Я хотел попросить вас продумать и предложить алгоритм, каким образом. И если пересчитать, это абсолютно теоретическая идея, она не имеет воплощения в нашей стране, но если это все пересчитать и раздать этих детей в семьи, да, то семья, беря ребенка и получая 108 тысяч рублей, очевидно, она может жить, и мама точно может не работать и заниматься именно ребенком. То есть с точки зрения непосредственной выгоды для государства, мне кажется, что было бы выгоднее раздавать семьи. Но это нереализуемо, поэтому я даже об этом не говорю. Так вот, эти интернаты – вещь очень тяжелая, потому что это такие золотые клетки, в которых детям не светит ничего вообще, никогда. Если ребенок туда попадает, даже со средней степенью усталости, то теоретически он развиваем. Теоретически. На вас произвело впечатление. А если вы встречаетесь со всей этой ситуацией изо дня в день, а если вы встречаетесь с детками лежачими, которые вообще никак не могут коммуницировать и так далее, это все очень тяжело. Это очень сильно влияет на внутреннюю жизнь, на какую-то ротацию кадров и так далее. Вот такая особенность НКО. Максимальная такая персонифицированность работы, я под этим имею вот что в виду, что благотворительные организации, и волонтерские во многом, они работают не с населением, грубо говоря, а они работают с людьми, с каждым конкретно. Вот и эта включенность в судьбу конкретного человека, включенность в жизнь конкретного ребенка, взаимодействие с ним – это тоже очень внутреннее большое напряжение, на самом деле, которое очень сильно влияет на внутреннюю динамику, на работу с волонтерами и так далее. То есть гораздо проще красить стадионы в этом смысле, хотя менее интересно, конечно. С детьми играть интереснее, но и очень тяжело это делать. И поскольку каждый ребенок, вне зависимости от того, какая у него болезнь, что с ним происходит, он представляет для нас абсолютную ценность, это понятно. И вот эта персонифицированность, адресованность каждому конкретно, это тоже особенность благотворительных организаций. Особое восприятие волонтеров я чуть позже скажу. Вот все эти уже почти сутки, да, с вами, что я работаю, я пытаюсь донести именно это особое восприятие волонтеров. Волонтер для благотворительной организации – это не бесплатная рабочая сила. Вы вообще это забудьте. Вот иногда мне звонят, как руководитель организации, говорит: здравствуйте, мы организуем праздник, пришлите нам волонтеров. Я говорю: скажите, а как вы это представляете? У меня, говорю, здесь стадион таджиков, что ли? Вот им просто нехрен делать. Вот, я им разнарядки раздаю. Я даже уже издеваюсь над звонящими. Я говорю: вы можете мне описать, как вы себе это представляете?
Вот. Ну как, ну у вас там есть люди, им, наверное, да, делать нечего, вот они к нам придут. Вот. И я им говорю, запомните, как бы раз и навсегда, волонтера свободного, его не бывает. Бывает человек, который уже куда-то отдал свою волю и время. Помните, мы говорили о ресурсе волонтера, это время, больше нет. Он уже это время отдал. Если у меня есть волонтер, он уже в больнице. Я что, его выдерну из больницы и скажу, слушай, брат, давай в больницу не пойдешь, а пойдешь вот какой-то тете там где-то мороженое раздавать. Вот, на улице, там у них какая-нибудь там промо-акция или еще что-нибудь такое. Ну, это же невозможно. Люди этого не понимают. Я очень надеюсь, что вы это будете понимать. Волонтер – это не бесплатная рабочая сила. Это тот, кто вместе с вами делает какое-то дело. Понимаете? Это, ну, вот, это очень важно. Но чуть ниже мы об этом подробнее скажем. Работа в НКО – это реализация вот глубоких человеческих ценностей и смыслов. Это тоже нужно понимать. Когда вы, как организаторы, сейчас размышляете даже вот над той воскресной школой, мы сейчас с вами говорили об этом в контексте, ну, вот или сейчас вот лучше, наверное, про эти паломнические поездки, мы говорили в контексте вот как организован труд, да? Но если бы вы собрали волонтеров, или даже если бы я собрал вас здесь и проделал бы то, что когда-то мы проделали, вот сейчас увидите результаты, с нашей волонтерской большой группой, мы периодически выезжаем один или два раза в год всей нашей управляющей командой и активными волонтерами за город на несколько дней, ну вот как вы сейчас здесь в этот лагерь, мы проводим такие собственные внутренние учебные мероприятия, какие-то установочные, что-то осмысляем. Вот когда собранная волонтерская группа, когда перед ней ставится вопрос вообще, что мы делаем, ради чего мы делаем, вот такие вопросы ставятся, то в ответ вы получаете вот это. Вы не получаете в ответ «мы едем, покупаем и продаем». В ответ вы получаете «мы творим радость встречи и заботы о ближнем». В ответ здесь картинка, она очень неяркая, но если вы подойдете, вы увидите. Здесь увидите слово «встреча», «путь вместе», «сопреодоление», «забота», «принятие». Вы получаете то, что дорого человеку каждому. Вы не получаете здесь именно, я говорю, вот эти конструкции какие-то профессиональные. Вы увидите, что люди ищут вместе с вами не чего-то того, что можно измерить. Вот это очень важная вещь на самом деле. Даже когда мы говорим о хоре, да, вот сегодня вспоминали хор, даже если про хор спросить, человек не будет говорить, что я пришел, чтобы мне поставили голос там или еще что-то такое. Человек, очевидно, будет говорить какие-то вещи, близкие вот к этому, что он служит Богу или еще что-то такое. То есть, и вам это нужно понимать. Ваши добровольные помощники, они пришли ради этого, ради вот того, чтобы реализовать свои вот эти глубокие человеческие ценности какие-то, смыслы, свою веру, свое служение, а отнюдь не какие-то практические вещи. Вот, и это тоже был задан вопрос волонтерам, что такое для вас волонтерство? Тем волонтерам, которые имеют опыт работы. И вот результат. Здесь ничего не измеряется линейкой. Да? Живое пространство диалога, где нет неудобных вопросов о жизни, о Боге, о себе. Чувство важности своего мнения, опыта своей реальности жизни. Встреча с ребенком по-настоящему. Создание и участие в творческом пространстве, где каждый ребенок и взрослый может возрастать и развиваться. Умение видеть возможности выбора в важных жизненных ситуациях. Но это уже о себе люди говорят, конечно. Да? Возможность сделать то, что хорошее, что хотим. Вот я очень прошу вас эти вещи, ну, хотя бы как-то в виде впечатления своего запомнить и понять. Это действительно то, ради чего люди хотят быть вместе с вами. И если вы это не реализуете, если вы это обесцениваете, а превращаете все или в какой-то конвейер, или там людям говорить, а, брось там, пошли вот это там и так далее, то вы потеряете свое внутреннее пространство, где действительно вы можете вместе с людьми что-то делать. Вот, это уже этого года у нас была тоже установочная сессия, когда наша управляющая команда и актив тоже встречались и работали. Вот смотрите, здесь тоже, ну, работали мы как бы, я думаю, много раз это все делали, да, когда всем раздаются вопросы, бумажки, стикеры разного цвета, эти стикеры бесконечное количество раз клеятся на разные плоскости, выбираются важные, потом это, ну, вы так где-то работали, играли, нет? Да. Да? Ну вот один человек, остальные ни разу? Нет. Но технология здесь достаточно простая, что действительно сначала ставится какой-то вопрос, потом дается возможность людям, вот как мы сейчас с вами, на этот вопрос как-то ответить, как-то поразмышлять. Это размышление, оно как-то, ну, взрыхляет, что ли, внутреннее какое-то отношение, и потом перед людьми ставится уже более конкретный вопрос. Давайте мы напишем
как бы, ну, вот если здесь, ну, может быть, что, ради чего и так далее мы делаем, но не на бумажке, а на цветных разных стикерах, чтобы на каждом стикере было одно значение какое-то. Потом эти все стикеры выклеиваются на стену, получается просто море смыслов, море смыслов. Но вместе, в обсуждении, они структурируются по каким-то областям, да, и потом из этих областей вычленяется главное, тоже в виде обсуждения, и в итоге мы получаем. То есть, чтобы получить вот эту конструкцию, нужно часа 4 или 5 совместной работы группы, ответов на вопросы, обсуждения и так далее. И вот, смотрите, ну, это можно поставить внизу, но мы здесь поставили вверху, мы никого не спасаем. Вот это очень важная вещь. Может быть, она несколько неожиданно всплыла, но заключается она, вот это как раз тема о границах, что человек, который приходит в больницу или в детский дом, волонтер, помните, мы вот эту расстановку делали, он не может замещать ничью другую роль. А если вы хотите, можем сюда и религиозный смысл, да, как-то вот соотнести, что мы не можем встать на место Бога, мы не можем заместить с собой, ну, не то что Бога, а даже врача. Мы приходим дополнить общую историю какую-то или восполнить ее, но никого не спасаем. Если тоже ведь для волонтеров очень непростая тема, когда они приходят в онкоцентры, они же приходят-то с пониманием, что они никак не могут повлиять на судьбу этого человека. Они приходят просто прожить с ним небольшой участок жизни, быть вместе с ним, разделить с ним эту его жизнь, но не изменить эту жизнь. Вот это вот очень важно. Вот. А мы воплощаем свою веру через добрые дела. В центре служения опять встреча человека с человеком. Каждый из нас находит свой смысл, поддержка ближнего. Ну, вы все это видите, да? То есть это вот то, ради чего люди приходят. Я специально на этом очень долго заостряю здесь внимание и там заострял внимание, чтобы люди, ну, как-то поняли внутреннее наполнение волонтерства. Вот если этого нет, не будет у вас никаких помощников. Понимаете, тогда копите деньги и организуйте обычную фирму, тогда нанимайте людей по договору. Если хотите помощников добровольных, вот заботьтесь об этом пространстве, оно, ну, как бы должно оберегаться. Вот. Так вот, таким образом, из вот этих всех особенностей, да, может быть реализован такой вот волонтерский проект. Теперь я здесь тоже сейчас приведу вам несколько высказываний, которые определяют потом саму вот эту самую методологию. Есть такой замечательный человек был, да, Катерий Васильевич Зинковский, он педагог, очень много жил за рубежом, был известен еще до революции. Ну, вы знаете, кто это Ленин. Знаю, конечно. Вот. И в одной из его книг по основам христианской антропологии мне попалось это его высказывание. Я с тех пор его везде, значит, использую. Для меня здесь самыми важными словами являются вот эти. Добро должно стать собственным, что запомните, внутренне дорогой, свободно возлюбленной темой жизни ребенка. Мы здесь говорим сейчас с вами не о воспитании детей, а о работе с волонтерами. Но тема добра и доброй воли, она вот очень четко выражена вот этим вот высказыванием. Если вот эта добрая воля не является собственной, если она не является внутренней, дорогой, свободно возлюбленной темой жизни для человека, который решил вам помочь, то, ну, о серьезном волонтерском каком-то проекте с этим человеком говорить, наверное, будет сложно. Вот это то, где коренится вся вот внутренняя сила волонтера, чтобы он что-то сделал вместе с вами доброе ради кого-то. Вот это сердцевина. И именно поэтому я так много и вчера, и сегодня говорил про и мотивацию, что ее нельзя менять. Что вот это та вещь, которая неприкосновенна. Это есть внутренняя, как бы, сердцевина, понимаете, жизни человека. Если вы меняете, вы нарушаете вот этот самый центр. Вот это вот очень важно. Если вы что-то навязываете, да, если вы пытаетесь хоть один из пунктов здесь как-то нарушить, что это и недорого, или не свободно, или не возлюбили, или еще что-то, вы все испортите. Вот, таким образом можно определить, наверное, самое ядро, где коренится вся та сила, которая дает возможность волонтеру, человеку вообще что-то делать вместе с вами. Теперь два высказывания, три высказывания Виктора Франкла, ну или два. С комментариями. А можно завтра еще?
Ну, я вам потом это солью, ребят, ну, это самое. Да, значит, Виктор Франкл, ну, кто-то знает о Викторе Франкле? Ну, вы только один человек. Нет? Ну, жил такой дядечка, вот, очень известный, потом стал психолог и так далее. Он и философ, и ученый, он прошел немецкие концлагеря. И совсем маленький эпизод из его жизни расскажу, как он попал в концлагеря. Он по национальности еврей, жил в Вене, насколько я помню. И когда уже Вену бомбили, или, может быть, какие-то артобстреды были, это не важно, во всяком случае уже были взрывы, он как-то пришел домой с вестью о том, что евреи будут арестовывать и депортировать. И он увидел на столе какой-то булыжник. К тому времени Виктор Франкл был уже достаточно известным ученым, его приглашали в Америку, он готов был уехать туда в самом начале войны. Но он увидел этот булыжник и спросил у отца, а что это за булыжник? А отец говорит, я шел сегодня мимо синагоги, в которую попал снаряд или бомба, и взял кусочек камня. Он говорит, а что это за камень? Это камень от скрижали завета. А из какой части скрижали завета? Считай отца и мать твою. И Виктор Франкл остался. Вот. И он попал в концлагеря, насколько я помню, он потерял там жену, естественно, родителей. Он сам их прошел, но он их прошел как человек с великим умом, осмысляя тот опыт, который есть. У него есть книга, я сейчас не вспомню, как она называется, а это небольшая, как бы такая, даже может быть, эссе такое, в котором он осмысляет опыт концентрационного лагеря. И очень так впечатляет, и напряженно написано, но очень-очень полезно, на самом деле, чтобы вообще вам понять. Нет, это сборник, это у него сборники, у него есть сборник «Воля к смыслу», да, и вот, ну, у него почти все сборники со словом «Смысл жизни», по сути, именно смыслу жизни Виктор Франкл посвятил всю свою жизнь, да, но... Как человек и очень образованный, и очень талантливый, и очень опытный, он очень много написал об этом. Но для меня дороги вот эти вот два его высказывания. Он на этом настаивал и из этого выстроил даже свою психотерапию, основанную на том, чтобы помочь человеку обрести смысл жизни. И благодаря чему у многих людей проходили какие-то болезни, неврозы и так далее. Человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им самим. На что-то или на кого-то, на смысл, который необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. Вот это одна из позиций Виктора Франкла, что человек всегда ориентирован вовне. И вот эта вот ориентация вовне дает ему возможность, собственно, и быть человеком. Не только на себя внутрь или что-то, да, а вот человек куда-то должен постоянно двигаться. Смысл – это нечто, что нужно скорее найти, чем дать, скорее обнаружить, чем придумать. Смыслы не могут даваться произвольно, должны находиться ответственно. Вот это очень важная фраза. Должны находиться ответственно. Смысл – это то, что имеется в виду человеком, который задает вопрос, или ситуация, которая тоже подразумевает вопрос, требующий ответа. То есть здесь речь о том тоже, что это некое такое тайное пространство жизни человека, где он находит, человек может найти какой-то свой ориентир. Это все о том, что это нельзя дать, понимаете? Вы, если к вам приходит человек, то вы не можете вот, ну, сманипулировать им. Вернее, вы можете, если вы талантливый манипулятор, но это не даст вам никакого результата. Вы можете лишь именно попытаться в разговоре с ним, в каком-то совместном проживании с ним, ну, узнать, чего он хочет. И если это созвучно вам, вместе с ним работать, понимаете? Вот это важно, я на этом тоже наставил. Поймите, нельзя торгаться в жизни. Ну, последнее вы тоже прочли, да, такой образ Виктор Франкл дает, что он сравнивает жизнь человека, вот с, вернее, смысл жизни с облаком, которое вело еврейский народ. И он говорит, что если бы облако было сзади еврейского народа, непонятно, куда идти. Если посреди еврейского народа, то тоже непонятно. Это всегда должно быть что-то, что впереди, что притягивает. Но тоже вот ключевая характеристика смысла – это то, что притягивает человека. Не то, что толкает, понимаете? Вот тоже представьте себе визуально, если хотите, можно даже и игру такую здесь как-то было придумать, будет время. Если стоит 5 человек, и сзади их 5 человек толкает, и мы первых спросим, вы вообще понимаете, куда вы движетесь, ради чего вы движетесь? Я думаю, что чувство толчка сзади, или это даже опасность какая-то, это даже неприятие того, что, может, я врежусь, когда я остановлюсь, непонятно.
Вот. И совсем другое дело, когда кто-то впереди меня зовет меня к себе. Это совершенно меняет всю картину. Все становится на места, все становится ясно, прозрачно, понятно, куда идти, зачем идти и так далее. Это вот я все к разговору именно о той внутреннем содержании человека, о том внутреннем содержании того вашего добровольного помощника, который может быть, что у него есть вот эта тайна внутри, которая не про вас. Это, ну, скажем так, даже грубо, не ваше собачье дело туда вторгаться. Вот, ваше дело именно быть с ним в партнерских таких отношениях, в диалоге. Вот. И вот оттуда теперь мы все выводим вот эти вот принципы. И здесь много, поэтому я сейчас прочту принципы работы, которые компенсируют те самые недостатки, скажем так, НКО, да, благодаря которым трудно нам работать. Но вот эти принципы, они это компенсируют. А внутренняя энергия, то, что питает работу сотрудников и волонтеров, раскрывается в доверии, в большой степени свободы и творчества. Это первый пункт. Если вы хотите построить казарму и армию из волонтеров, то либо вам надо быть дедушкой Лениным, я имею в виду очень талантливым, харизматическим человеком, и вы построите секту, либо вы ничего не построите. Вот. То есть нужно уметь находиться в диалоге и в доверии, и достаточная степень творчества должна быть у каждого человека. Каждый ваш добровольный помощник должен иметь пространство, чтобы проявить себя. Если он себя не проявит, он угаснет. Работа НКО – это социальное пространство, притягивающее человека, а не толкающее его. Это служение, а не решение задач. Это тоже очень важно. Перед волонтерской группой нельзя ставить как вот именно такие совсем конкретные задачи, как в бизнесе. Что мы должны там то-то и то-то и то-то. Во-первых, они вам ничего не должны. Во-вторых, в любой момент может какой-то провал по людям или по каким-то там еще историям произойти, и вы ничего не достигнете. То есть, да, безусловно, общее понимание, да, конечно, общее согласие того, что мы хотим, это очень важно, но конкретика, она здесь вторична, конечно. Ответственность делегируется вниз, либо с ресурсами и полномочиями, либо с соответствующей мерой свободы и теми же полномочиями. Поскольку НКО малоресурсный, то второй вариант. Что я здесь имею в виду? Если вы хотите от человека что-то и нагружаете его ответственностью, то ответственность не плавает сама по себе. Она плавает или с очень большой мерой свободы, которую вы даете, или ресурсов. Если, вот я не знаю, там, вас я попрошу здесь все перекрасить в зеленый цвет, и скажу, если не перекрасите, значит лишу зарплату. Вот я нагрузил вас ответственностью, все, у меня ее теперь нет вообще. У меня есть ваши деньги, или я вам их не даю, или вы здесь должны покрасить зеленый цвет. Да? Но у меня есть ресурс. У меня есть ресурс, которым я обладаю. И у вас есть определенный мотив. Вам нужны деньги, значит, вы покрасите. Вот. Или, если у меня нет никакого ресурса, но я, например, могу поставить вот какую задачу. Ровно через 10 дней сюда приедут маленькие дети, и здесь должно быть все с точки зрения санитарной идеально чисто. Вот я для вас такую нравственную ловушку ставлю. Если вы за 2 недели здесь все не почистите, здесь будут болеть дети. А я сажусь в машину и поехал домой. Вот. Можно так сделать. Но единственное, чем я могу вам компенсировать эту историю, я могу вам предоставить полноту свободы. То есть, если при этом я вам скажу, что вы должны дезинфицировать только конкретным средством, и только исходя из каких-то расчетов, и только, я не знаю, там, привлекая себе всего 2 помощника, скорее всего, ничего не получится. Если при этом я вам отдам полноту свободы и скажу, у вас вы можете делать все, что хотите, вы сами вправе принимать решение, то вероятность того, что вы это сделаете, она гораздо больше. Вы сможете действительно творчески проявить себя и реализовать эту задачу. То есть вот в НКО, в нашей системе, делегирование вниз ответственности, оно обязано сопровождаться делегированием достаточной степенью свободы реализации этой штуки. Или заливайте все деньгами, пожалуйста. Вот, можно и так. Что-то требуете, тогда платите. Вот. При реализации проекта возможно работать только с теми людьми, что сами свободно захотели участвовать. Но это вот как раз вот к тем цитатам возврат. Да? Необходимо ориентироваться на существующую мотивацию и компетенцию волонтеров, в соответствии с ней предлагать каждому что-то из них. То есть, если к вам пришел человек, который никогда в жизни не работал с детьми, ну, не надо его заставлять это делать, это опасно. И в то же время внутренняя тоже мотивация. К вам вот может прийти человек, который скажет: «Здравствуйте, я хочу помогать в воскресной школе, по профессии я шофер. Никогда в жизни не просите меня садиться за руль». И вы обязаны соблюсти это его требование. Вот, он будет вам помогать в чем-то другом. Да? Ориентироваться вот на существующую мотивацию и компетенцию волонтеров. Важно найти пересечение запроса на волонтерскую деятельность с областью умений и желаний самого волонтера. Это тоже вопрос. То есть у вас
как, ну, скажем так, работодатели, вы волонтерские работодатели. У вас есть конкретное что-то, ну, больница, дети, пластилин, еще что-то такое. А к вам прихожу я, который говорю какие-то общие слова. Ну, я хочу к детям, ну, как-то вот помогать, ну, что-то доброе сделать. И вы, ну, так чаще всего бывает. И ваша задача найти в разговоре со мной пересечение интересов. Вы скажете мне, ну, знаешь, брат, а у меня вот только пластилин и дети. Но при этом дети настоящие, они живые, они это. Вот, вот я могу тебе, давай я свожу, тебя покажу. То есть, если в результате такого взаимодействия мы с вами найдем это пересечение, я тогда буду ваш, я буду вашим помощником. Вот. Но найти это пересечение обязательно надо. Если я прихожу к вам и говорю, я хочу со стариками, а вы мне говорите, да нет, пошли к детям, ну тогда навряд ли что-то получится. Да? В этом смысле волонтерская группа не может, ну, делать вообще не пойми чего там. Ну, она не может быть стать там, из кришнаитов, я не знаю, там еще что-нибудь такое. То есть понятно, что эта группа при православном приходе, она должна двигаться в каком-то общем фарватере. Но все равно эта внутренняя группа при приходе, волонтерская или какая-то там рабочая, она должна иметь, ну, она собственный живой организм, она все-таки самостоятельная живая клеточка, а не винтик какой-то машины. Группа сама определяет, да, свою жизнь коллегиально. Волонтеры и сотрудники проекта важны для руководства проекта, так же, как и подопечные. Вот этот пункт тоже очень важный. Очень часто заботу о среднем рабочем звене начальство просто в голове не держит. Очень часто вот, начальство мыслит собой и задачей, а прослойкой людей, которые реализуют эту задачу, начальство очень часто не мыслит. И надо все время напоминать, и вам тоже об этом помнить, что вы работаете не сами напрямую с подопечными, вы реализуете не работу в больничке, а вы реализуете работу с теми, кто реализует работу в больничке. Вы с людьми работаете, понимаете? И это надо все время держать в голове. То есть, если это соблюдать, то тогда, вот благодаря этим принципам, вы можете достичь вот этой стабильной, нормальной работы группы. А теперь сама методология. Ну, не знаю, как получилось у меня сформулировать, но можете это не читать, смысл здесь в слове «мозаика». А методология вообще жизни волонтерской группы, как я ее понимаю и как я это увидел в жизни, как это действительно работает, это мозаика. Если у вас есть много камешков, и вам удается из этих камешков сложить общую цельную картину, когда на этой картине проступает чей-то лик, и он заметен и ясен, то вот это и есть эта методология. Каждый камешек остается собой. Каждый вот этот вот цвет этого камешка остается своим цветом. Вы не перекрашиваете эти камни. Вы просто пытаетесь найти такую возможность, чтобы они смогли состыковаться примерно то, что мы сделали вот здесь сегодня. Когда каждый из вас попытался найти свой маленький интерес в чем-то, но в то же время и проявить себя. И если мы состыковываемся, то тогда у нас получается, ну вот как здесь, картина была очень такая широкая, очень ясная действительно, ну без руководства вначале, но тем не менее то, что можно назвать полноценной воскресной школой. Здесь была представлена и учебная часть, и досуговая часть, и техническая часть, и часть, связанная с рукоделием и так далее. Это как раз очень такая ясная, почти идеальная картина. Поэтому вот если удается из всех желаний сложить цельную какую-то мозаику, какими-то гранями повернуть таким образом, чтобы все сложилось, тогда вы получаете вот эту вот группу людей, которая с вами работает. И вот это единственный способ, благодаря какой-то текучке, может быть, кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то еще что-то. Какие-то, как бы сказать, не держитесь за вакансии. То есть, например, вот у вас был организатор, я не знаю, вот как по дереву, да, что-то. Вот был талантливый человек, ну, вы взяли, там, не знаю, ушли, уволились, там, еще что-то. И я теперь во что бы то ни стало, мне нужен по дереву, разобьюсь лепешки, там, абы кого найду. Это не нужно никому. Воскресная школа может жить без кружка по дереву, потому что вместо этого человека может прийти не менее талантливый человек, который воздушными шариками увлекается. И тогда у вас все дети будут просто фанаты этих воздушных шариков, они будут все с вами, они будут не менее насыщены и так далее, и так далее. То есть вот эта мозаика, она, конечно, подвижна, но она должна быть. Вот это принципиальная вещь. Вот, теперь, наконец-то, алгоритм. То, что я просил вас думать, вы на самом деле не просил, и то, что вы не прорабатывали в группах. Вот каким образом, вот только после всего этого, я наконец-то могу вам рассказать алгоритм, чтобы вы поняли, чего происходит у нас и как эта штука работает. Все начинается с доброй идеи.
Но запомните такую вещь. Добрая идея сама по себе не имеет никакой ценности вообще. Вот нередко я встречал в церковной жизни, когда там настоятель какого-то храма или какой-то церковный начальник тоже вот, встречает тебя в коридоре и говорит: слушай, что-то я подумал, а вот нет у нас футбольной команды. Давай-ка вот, как вот не надо, хорошая вещь, спорт, ребята, понимаешь, тут все так. Вот. И я вам предлагаю, забудьте. Вообще, просто. Вот вам сказали, вы сказали, да, вещь важная, и идите занимайтесь своим. Вот. Идей может быть миллиард, у кого угодно. Идеи вам попадаются на глаза по 10 раз на дню, причем некоторые из этих идей могут прямо ваше сердце выжать все в слезы, понимаете? И вот непонятно, что с этим делать. Но если вы хотите организовать работу в соответствии с этой идеей, то пока у вас не нашелся того, кого я называю координатор, или хотите, назовите там ответственное лицо и так далее, эта идея не весит вообще ничего. Если настоятель вам говорит: хочу футбольный клуб, а у вас как раз тут вот вчера был разговор с каким-то товарищем, который говорит: прям вот всю жизнь мечтал, дайте мне только поле и ребят, и мячик, и все сделаю, всех порву, вот все выиграю. Вот тогда идея имеет воплощение. Идея ценна только в том случае, когда она воплощена в виде ее носителя. Вот если ко мне просто кто-то приходит и говорит: а не поработает ли нам в больнице номер 5? Я говорю: нет, не поработает. А если ко мне приходит человек, который говорит: ты знаешь, я хочу, вот с чего, собственно, мы и начали, я реально сам хочу поработать в больнице номер 5, вот тогда это вещь, которая имеет воплощение. Когда мы говорим о волонтерстве, ценность может быть только начинать с человека, который сам готов взять ответственность за это дело. И вот поэтому поиски, но иногда идея, она как бы, ну, навязана, может быть, сверху или навязана обстоятельствами неизбежно. Ну вот как в данном случае у нас с этим детским домом-интернатом, о котором мы с вами говорим. Эта идея в некотором роде, она навязана нами самими обстоятельствами. Если город открыл двери в такие учреждения, если присутствие там общественных организаций, волонтеров очень важно, то это значит, что мы хотим там работать. Значит, мы ищем такого человека. Как только у вас нашелся этот человек, и как только он начал что-то делать, вот тогда вокруг него вы можете наращивать и людей там, и работу, и все остальное. Но первое, что он должен делать, это реально начать работать там. И этот процесс может быть достаточно долгий, может быть там месяц, может быть еще что-то. Потому что этот первичный опыт тоже очень важен. Человек знакомится там, ну, если мы говорим про детский дом-интернат, да, и с подопечными, и с персоналом, и с режимом работы. Он все это в себя впитывает, потому что к нему будут приклеиваться новые люди, которые за это ответственность не брали. Они не брали ответственность за то, чтобы каждый раз выяснять, когда их там пустят, не пустят и так далее. И поэтому, как только нашелся человек, вы можете всерьез говорить уже о рекламе и привлечении ему помощников, волонтеров. Ну, я не знаю, если хотите, вот про воскресную школу тоже такой. Ну, предположим, вы запускаете почти с нуля воскресную школу. Вы теперь старший главный человек. Вот если вы есть старший главный человек, значит, первый пункт выполнен. Дальше вы можете пытаться уже по знакомствам, в других храмах, еще где-то спрашивать. Кто хотел преподавать в воскресной школе, там, на каких условиях, давайте искать, давайте думать и так далее. То есть вам нужны ваши непосредственные добровольные помощники. Следующий пункт, эта тема, она идет сначала достаточно хаотично. Вот вы делаете свое дело, ходите в больницу или работаете в воскресной школе. К вам пришел один человек, помог, второй отвалился, первый остался, третий. Ну вот как-то вот оно вот так потихонечку идет. Но со временем вокруг вас организуется группа, там, не знаю, человек 5-7. Человек 5-7 это уже достаточно неплохая такая команда, по отношению к которой вы можете провести определенную работу. Вы можете уже попытаться поработать с ними на командообразование. Если хотите, почитайте в интернете, там много разных есть. И какие-то встречи, и упражнения, там вы можете с ними съездить за город на пикник, вы можете с ними какие-то игры провести, если есть знакомые психологи, попросите, они это все в институте проходят пачками, вот, и так далее. То есть важно структурировать первую команду. Важно помочь первой группе людей, собравшихся вокруг вас, стать именно командой.
стать теми, кто понимает свою цель, вот обсуждение внутренней цели, это очень важно, распределить немножко роли, выстроить график и так далее, и так далее. Вот создание команды. И где-то, наверное, через полгода, если вы этим уже будете заниматься, к вам придет какое-то количество людей, какое-то уйдет, вот эта вот команда как-то более-менее, мы можем говорить о том, что идея начала воплощаться. Что это значит, что она начала воплощаться? Это значит, что хотя бы раз в неделю, помните задание вначале-то мы говорили, два раза в неделю постоянное присутствие, да? Но вот через полгода, хотя бы раз в неделю, вы можете там уже быть уверены, что кто-то будет. Если вы заболели, ваш помощник заболел, ну хотя бы остальные трое придут в этот там детский дом и будут там с детьми. Да? Вот. Но команда волонтерская, она не может существовать просто так, не может существовать сама. Текучка здесь неизбежна, на то они и волонтеры. У человека изменились обстоятельства жизненные, сменилась работа, появилась девушка, там, я не знаю, что еще, родился ребенок, и человек исчез. Все. Вот. Осудить его за это не имеет смысла, это его жизнь, он не брал ответственность всю жизнь быть с вами. Но какое-то время он вам помогал, мы ему благодарны, но волонтерская группа, я об этом, не может существовать сама по себе. Она нуждается все-таки в постоянной поддержке и заботе. Для этого вам нужны специалисты. Специалисты и в области работы с командой, специалисты и психологи, специалисты и по менеджменту и так далее, которые будут помогать вам решать какие-то внутренние процессы, и связанные с командой, и специалисты по работе с подопечными. Ну, что имеется в виду? Поначалу, может быть, вам всем понравится ходить в детский дом-интернат, в дом сна отсталых, а потом у вас будут возникать вопросы, ну, вполне себе профессиональные. А как вот с такими умственно отсталыми детками сделать вот это? А как сделать вот это? А как вот это? Это значит, я, как организатор, обязан найти вам специалиста, который поможет вам это узнать. Я обязан организовать им какое-то это обучение. Со временем возникнут и внутригрупповые процессы. Будет выявляться какой-то лидер, какие-то позиции. Нужно помочь вот этому всему как-то распределиться, занять свое место и так далее. То есть группа требует внутреннего вложения. Группа требует заботы, группа требует внимания. Она требует именно профессионального участия в своей жизни. Поэтому вот этот пункт, он очень важен. Поддержка обучения волонтеров. И если вот это все происходит, то примерно через год мы можем говорить о том, что проект, он действительно реализован. Что вот эта вот регулярная долгосрочная работа, она начала совершаться. Вот, то есть ключевой момент – это ответственное лицо, вокруг которого вы наращиваете группу. Но группу именно тех волонтеров, о которых мы уже целый день говорим. Людей вот с этой свободной волей, которые ему доверились, разделили с ним это все. Вот если как вокруг магнита все это происходит, то у вас тогда это произойдет. Вот, это тот такой поток сознания, который я хотел на вас вылить в виде общей такой именно идеи. И на этом сейчас мы, наверное, сделаем паузу, но я готов услышать ваши вопросы, как-то отреагировать на них. У меня еще очень много чего, о чем хочу сказать, но я уверен, что нам нужно сделать большую паузу, мы сейчас с вами будем играть. Но сначала давайте вопросы или какие-то отклики. На весь этот поток сожжения. НКО. Да. Некоммерческая организация. Я правильно понимаю, из вашего выступления, что вы занимаетесь сугубо окормлением больницы детей? У вас очень входит в этот, где же онкологические центры, там, где применяют по деятельности специализируются? Или это опять зависит от идеи и координатора? Нет, нет, да, вот очень правильно сказали. Это зависит от идеи и координатора. Просто за то время, которое... Друзья, вы вернетесь, да, все? Да, да. А то мы сейчас играть будем. За то время, которое мы существуем, к нам не пришел ни один человек, который хотел бы работать со стариками. И, то есть, если ко мне завтра придет... От человека. Ну да, потребность человека. Да. Если ко мне придет завтра человек и скажет, я бы хотел... Действительно, кто-то сказал правильно, а мы сейчас с вами... Ну, вспомним школьные времена, надо рассчитаться на первое, второе. Я вам завидую. Давайте, давайте, давайте. Сначала строим. Сейчас мы ждем. Друзья, пока Руслан думает, вы, пожалуйста, уплотнитесь вот так вот парами. Ну, просто мне не кричать, мне тяжело это. И сейчас я готов буду... Да, эти, а где ваши шарфики там? Да. Ну, я с вашего решения позволю себе и сам где-то.
для чего мы ее придумали, я ее... Во-первых, она позволит вам немножко переключиться или даже вообще принципиально переключиться от такого учебного формата, что достаточно важно, потому что у меня уже, например, даже голова болит. Вот, спасибо. Вот. Целый день учились. Вы хотите играть? А, я могу потом... Мне нужна вам пара тогда. Если вы найдете сейчас быстро дорогу, пробуйте, найдете пару. Ну нет, так не получится. Нет, вы можете с юношей. Нет, он мешать, я думаю, не будет точно, если вы найдете себе пару. Ну, может идет, может. Вот, пара моя. Пара идет, прекрасно. Так, тогда слушаем. Значит, эту игру мы придумали в качестве. Вот что, чтобы вам понять смысл, в будущем, может быть, тоже сможете ее немножко использовать. Мы, когда работаем с волонтерами, вот если вы опять же заметили, то почти все, что я вам сейчас показывал, их какие-то внутренние смыслы волонтеров и так далее, они вот не измеряются цифрами, да, какими-то. И очень сложно в этом смысле выстроить действительно какую-то системную работу. И поэтому очень часто приходится волонтерам объяснять для нас азбучные, а для волонтеров совершенно непонятные истины, связанные с тем, что все-таки организация – это именно организация, это какая-то структура, это работа с деньгами, это работа управленческая. И мы в свое время, здесь она просто совершенно неуместна, разработали такую деловую игру, которая волонтерам показывает, как волонтерская организация вообще работает. Что в этой организации есть вот там фандрайзер, человек, отвечающий за привлечение средств, есть руководитель, есть там менеджер, есть человек, который отвечает за сайт, есть секретарь, как они между собой взаимодействуют и так далее. Но вот если волонтерскую организацию представить только в виде организации, то на самом деле это ничего не представит, потому что живет она вот тем. И как волонтерам показать вот эту вот состыковку административной жизни, где, ну, по большому счету идет просто работа. Звонки, разговоры, там, какие-то повышенные тона, может быть, просьбы, приказы, там, расчет денег или еще что-то такое. Как им это совместить с тем, что происходит на местах? И мы тогда вспомнили, что у нас есть наше первое учреждение, о котором я упоминал, называется оно НИИ Бурденко. НИИ – это научно-исследовательский институт нейрохирургии имени Бурденко, в котором лечат, делают операции деткам с опухолями нервной системы центральной. И в этом институте иногда получается так, что волонтер для ребенка становится кем-то, кто для него весь мир восполняет. Там просто это наиболее ярко, ну вот в детском доме-интернате это тоже, но там, например, у ребеночка из-за опухоли может пропасть зрение, или там отняться рука, или ребенок может перестать слышать. И стать его ушами, стать его глазами, стать его руками, да, это одна из задач волонтера. Это то, что помогает на работу волонтера взглянуть совершенно неформально. Нельзя стать чьими-то руками, ну, как бы это неизмеримо в цифрах. Понимаете, нужно какое-то глубокое отношение с человеком, благодаря чему вы можете что-то достичь. И мы, исходя из этого воспоминания, поняли, что мы можем предлагать людям такую вот игру. Сейчас вот те, кто находится в... Что у нас одни мужчины, которые ведут. Ну, не важно. Значит, будут одни мужчины. Через одного же поставили. Давайте через раз я вас все-таки поменяю местами. Вот вы поменяете местами, вы поменяете местами. Ну что, хоть какой-то, вы поменяете местами. Нет, нет, ну вы останетесь. Ну ладно, поменяйтесь, раз поменяйтесь, вы останетесь. А вы поменяйтесь местами. Да. Вот. И мы тогда решили предложить такую вот игру, в которой, я думаю, вы уже догадались, мы попытаемся немножко эту историю смоделировать, но именно через игру. Мы здесь не играем ни в какую болезнь, а мы играем в тему, в ту тему, о которой я сегодня уже и вчера говорил, в тему человеческих отношений. Значит, для того, чтобы нам с вами хоть чуть-чуть это представить, мы сделаем следующим образом, что каждая пара участвует в общем деле. У нас один стол, у нас ограниченное количество пластилина. Я, к сожалению, ну, надо было больше, наверное, но всего три пачки, я думаю, разберетесь. Вы все, но именно попарно, вы все попарно лепите общую такую штуку, которая называется «самое счастливое место на Земле». Насколько вы должны взаимодействовать друг с другом, решать каждой паре. Кто-то может объединяться в какие-то коалиции и делать что-то вместе. Кто-то может
слепить отдельно что-то и поставить на общую доску. Это ваше дело. У вас есть одно пространство, на котором должно появиться самое счастливое место на Земле. Предлагаю вам сейчас вспомнить, как вы были детьми, или пластилина. Может быть, у вас есть знакомые дети и так далее, как вы с ними что-то видите. Но чтобы все было совсем интересно, и чтобы наше взаимодействие, оно было глубоким и серьезным, то мы сделаем следующим образом. Вам мы завязываем глаза. И вы имеете право говорить, взаимодействовать с вашей коллегой, да, но вы ничего не видите. Вам я предлагаю закрыть уши. Но, естественно, уши полностью не закроются, поэтому вы не говорите ни слова, никому, вообще. Понятно? Нет. Он не слышит, он ничего не слышит. Вы не немая, но он вас не слышит. Он вас не слышит. Так, вам я предлагаю... Вам я предлагаю, вы так, когда сядете, вам свяжут ручки, и вы будете сидеть со связанными ручками. Хорошо? Вот ваш друг у вас есть. Значит, да, вы не слышите, но вы говорите, вы это понимаете. Да? Нет. Да, говорите, мы, у нас здесь нет никаких ассоциаций, мы здесь говорим о том, что есть. Вы не произносите ни слова. Понятно? Так, и мы пошли тогда повторять. Мы пошли повторять. Вы закрываете глаза. Вам я выдаю. Вам говорить, а вы делать можете. Вы не глухой. У вас просто закрыты уши. А ваши напарницы не говорит ни слова. Вам понятно? Вам это понятно? Вы взаимодействуете в парах. Так, вот он. Так. Мы вам даем, чтобы вы участвует в пространстве самое счастливое место на Земле. Понятно? Пара. Понятно? Вот. Так, вам я предоставлю, что хотите. Не закрывайте, друзья. Это очень действительно принципиальная вещь. Там завязывали глаза и затыкали ушки, посадить вокруг стола, а их напарником встать рядом. Сзади. Так мы поместимся, иначе мы не поместимся просто. Нам надо трехмерную фигуру сделать или как-то... Как хотите, ребята. Те, кому можно говорить, вы можете говорить. Но главную волю, конечно, здесь играет тот, кто сидит. Понятное дело. Вот. А так, пожалуйста, взаимодействуйте. Ребята, в итоге, что мы лепим? Что для нас самое счастливое место? Результат один должен быть. На общей площадке. Поэтому, мне кажется, целесообразнее определиться с тем, чего мы хотим достичь. Я предлагаю, допустим, у кого зеленый пластилин, мы лепим траву. Кого раньше деревья, лепим, тут лепим. А мы глазки лепим. А мы глазки лепим. Деревья, да? Это знаменитые. А мне кажется, нужно сделать двухмерную фигуру земного шара самого. Самое счастливое место на Земле – это сама Земля. Кто-то сделает Африку, кто-то море, кто-то... Мы предлагаем вообще много сердец сделать. Много разных... Земной шар давайте. Давайте проголосуем сейчас. Кому какая идея больше понравится, ну, как бы... У нас есть задача, но мы хотим сделать. Она не слышит. Это
рай, я так понял, да? Да, да, я знаю. Ну, в общем, там должна быть трава и храм. Птички, да. Вторая идея – это круглая, ну, двухмерная модель земного шара. И третья модель – это либо большое сердечко, либо несколько маленьких сердечек. Я предлагаю сейчас вот по очереди проголосовать. Мы хотели сделать мамину ладонь большую. А четвертый кто что хочет? Тогда пускай каждый пара сделает то, что они хотят. Да, это напоминает. А просто вместе потом все сложим, и каждый у каждого свое будет. Тогда получилось по одной картине. Раз нет, тогда нужно, значит, делать каждый по отдельности. То есть все-таки мнения разделились, да? Да, четыре мнения. Но видите, не соглашаются все, поэтому нужно делать так. Пусть каждый свой. Пусть каждый делает то, что хочет. Правильно? Ну да, кстати, а здесь как бы, допустим, какие-то символические там. Кто за землю? Чтобы планеты. Да, ребят, мы же можем понять. А мы не знаем, что мы сформируемся и будем делать свою. Как насчет планеты? Не получится. Вот красный. Возвращаем.
Вы выпили? А, это есть сердце? Не, у нас... Я же говорю. Вон церковь, Я прошу вас вернуться на места, но прошу вас сядьте парами, чтобы я тоже мог задать какие-то вам вопросы, что-то спросить. Именно теми парами, как вы здесь работали. Вот. А мы здесь остаемся? Нет, нет, садитесь на места, здесь неудобно говорить. Можете ли вы сейчас, ну, как-то мы какой-то быстро порядок сделаем? Может быть, каждая из ваших пар, буквально два слова, скажите, ну, что вы слепили, какой вклад вы внесли в этот общий рисунок, а потом поговорим уже о другом. Ну, вот, давайте отсюда начнем. Ну, как-то вот так мы быстро пробежим, потом, друзья, вы потом подхватите, да, вопрос. Каждая пара говорит, что слепила, и общий... рисунок такой классный и слабый. Давайте с вами. Друзья, потише, пожалуйста. Потому что дом в окно, по нашему мнению, это как бы символ. Спасибо. Мы тут слепили домик на берегу, там было красивое озеро, что мы с вами хотели лебеди, на белого постелили лебеди, такой слабый. Спасибо, да. Кстати, да, я тогда буду... Друзья, вопрос я, наверное, немножко усложню, чтобы нам услышать, мне очень важен тоже этот отклик. Насколько это было какое-то согласное совместное решение и насколько воплощение каждого, ну, получилось? То есть, вот, ну, да, то, что каждый из вас хотел, получилось или нет? У вас совместное было решение? Ну, я подавал... Я лепила, потому что не могла говорить. Да. Мне показывали, какие... Да. Но вы результатом довольны? Да. Да. Вы тоже, да, все совместно. А вы довольны? Да. А? Конечно. Так как-то... Конечно. Вы что слепили? Мы слепили море, цветок и чай пили. Но я так понимаю, что лепил ваш коллега или вы вместе? Нет, я лепила, мне цвета подбирал. А, цвета подбирал. То есть, несмотря на то, что у вас были... Несмотря на то, что были закрыты глаза, да, вы смогли все-таки воплотить то, что хотели. Да, картина понравилась. Понравилась. Понравилась? Да. Спасибо. Так, пора. Друзья, потише. Мы лепили дерево, образ дерева, которое было в раю. Дерево жизни, да, питается красивым подарком. Слепили реку. На реке плывет ладья, лодка с мужчиной, женщиной и младенцем. А, понятно. То есть такой как бы образ семьи. Ну, вы, несмотря на то, что вы не могли говорить, вы смогли договориться. Нет, о том, что... я не могла. Я могла говорить, я не слышала. Ну, я это понимаю, но ваш... А, он не мог говорить, да, но просто я говорила. Да. Я болтала, и просто это сразу сказала, если да, то кивали. Он мне кивнул. А, вы договорились. Да. Все, супер, спасибо. Так. Здесь кто, какая пара была? Да. Мы лепили лук, тоже парусник белый, белоснежный, да, парусник. И сначала Саша предложил и как бы вот угадал. Я не могла уже знаками показывать, но прям угадал мое настроение. Мы тоже слепили парусник. Результатом довольны? Очень довольны. А ты что, можно? Я слепила красного кролика. Красного кролика? Он у тебя ассоциируется со счастьем и радостью? Ну, он волшебный. Волшебный? Ну, это же самое главное. Отлично. По поводу лодок. Да, просто, да, ну, мы как
глухонемые, как сказать, были, и обе команды, которые были, мы вот не сговаривались, делали платформу. А, вот. Да, понятно, здорово. Все глухонемые. Спасибо. У нас есть и пасхальный кролик тоже, отлично. Так, следующая пара, ну давайте. Моя к сожалению. Да. Ну. Мы слепили мамину руку. Да. Потому что, в принципе, да, в любом месте можно быть счастливым, да. Лишь бы, наверное, наши родители были с нами. Да, спасибо. Мамины руки тоже. Ну, тоже. Да. Они у нас получили результат совместный, да? Да. Спасибо. Ну, как там, пары были, я не знаю, да. Я как бы была идейным вдохновителем, хотя, несмотря на то, что меня не слышали, я была немой, но понимание было прекрасное, внимание было прекрасное, да, взаимопонимание хорошее. Идея была следующая. Оранжевое солнце, как сила света, тепла, единения, да. Прикрывающая землю, сквозь которую пробивается трава, как начало новой жизни, деревья, небо тоже, как символ. Ну, а как вы вдвоем воплощали? Ну, я подсказывала, непонятно. Но результатом довольны? Я абсолютно согласна. Сейчас вы везде, поэтому любая идея мне только осталась. Спасибо. Так, мы сделали по контуру из цветов радуги форму сердца. Да, это гениальная вот, идея. Поскольку разные цвета радуги это и радует глаз, во-первых, поднимает настроение, и в тот же момент сердце, которое объединяется, может передать теплоту человеческих чувств и в тот же момент всех объединить. Да, спасибо, спасибо, здорово. Спасибо. Там пары были какие-то? Были, да? Да, мы здесь вдвоем оперировали две пары. А нас четыре человека было, да. Так. И мы договорились слепить контур земли, то есть двухмерное пространство. То есть море, но получилось такой, на наш взгляд. Но главное, чтобы вы результатом были довольны. Вы довольны результатом? Да, конечно, вы довольны, но земля это не самое, по-моему, счастливое. Да, понятно. Так, кто, да, вы. А я одна была. Я побежала в конце, все делала видео, и решила понять. Нет, ну это как бы... Вы все равно скажите, что вы сделали, конечно. Я сделала беседку такую, кучу. Вот, я решила, что там можно собраться всем родным людям, и на всю эту красоту все посмотреть. Смотреть. Здорово. Спасибо. Теперь, вот как вы себе и представляли, вы все-таки были довольны на ощупь результатом? Или все-таки вы хотели снять повязку и увидеть его? Нет, на ощупь было, то есть как бы именно когда было дерево слеплено, то есть я уже не чувствовала, что и как. Да. А вот именно когда яблоки прилепили, уже было как-то все-таки интересно. Ну все-таки повязку не хотелось снять. Не хотелось, да? То есть вот, ну, было достаточно этого взаимодействия и результата, да, что вы получили. Да. Спасибо, да. У меня были связаны руки, мне, конечно, хотелось развязать и делать проект, что мы делали глаза, это там очень важно, там, изгиб сделать, там, взгляд менялся. Но я потом, смирившись с немощью, то есть, как бы я словами, там, чуть выше. Ну, почти, довольно. Ну, кстати, а все справились? Никто не нарушил? Ну. Не заговорили? Не, ну говорила я только по другим темам. Я заговаривала, но вообще там не понятно. Нет. Ну, то есть по отношению к нему вы не говорили. Ну и как вам было? Не, она очень весело, в детстве мы все крокодилы играли, вспомнили навыки, как парусник я изображал. И показывает там дую парусник. Сразу. Интересно. Так, у вас как вы дальше там, я просто уже не помню по парам. У меня ну, вот глаза были заразные, да. Тут в паре было очень интересно работать, так как нашли как-то быстро, да, выдали внимание, я понимала, что я воплощаю то, что мы задумали, что это должно получиться так, как мы задумали. И, конечно, с завязанными глазами начинаешь понимать, что как себя чувствуют те люди, да, которые вот, не видят, которые... Ну, вот, хотелось больше принимать участие. А на ощупь вот, результат? На ощупь, вы были довольны результатом? Да, да. Ну, хотелось, конечно, хотелось снять. То есть вы ждали, пока да. будет возможность? Мне было интересно судить. Принять больше участия. Наверное, детям тоже хочется. Я представляю, когда вокруг них да, что-то происходит, они вроде это слышат, воспринимают, но когда ты понимаешь, что ты на все 100% не можешь принять участие, это да, тяжело. Да, спасибо, да. Я молчала. Очень, конечно, необычная такая ситуация, очень непривычная, было тяжело. Очень глубоких личных отношений, благодаря которым можем получить какой-то результат. Вот вы его здесь видите.
он ну, действительно прекрасен, и видно, с какой любовью и с каким теплом вы каждую из этих фигурок слепили. Кто-то из вас успел взаимодействовать, что-то вместе. Вот. Думаю, что это вам такое понимание пригодится. Может быть, даже эту игру вы тоже сможете использовать по отношению к каким-то группам людей и так далее. Я вам благодарен. Давайте мы похлопаем все друг другу. Ну, насколько я понимаю, уже далеко не первый год на Волгоградской земле, на Дону проходит этот лагерь для активистов молодежной работы с православных приходов. Цель этого лагеря не только отдых, не только как-то пребывание на свежем воздухе, но, конечно же, и обучение, подготовка, взаимодействие между приходами и много-много другой полезной такой работы. В этом году одна из тем смены православного лагеря – это добровольчество, волонтерство. Меня пригласили поделиться опытом крупной московской организации нашей, как мы понимаем, что такое организация волонтерских групп, как это может быть создано на приходах, каким образом молодежным лидерам при храмах организовать вокруг себя такие вот тоже молодежные группы, добровольных помощников, совершенно по разным направлениям. Это может быть и работа в больницах, и работа со стариками, но это может быть и миссионерские группы, и работа в воскресной школе, это может быть и организация какой-то помощи при храме и так далее, и так далее. Что касается самой непосредственной работы, которую мы сегодня делали, то для меня было очень важно донести до них, кто такой волонтер, как человек, как с ним взаимодействовать, как объединять его в команды, каким образом делать так, чтобы эти команды могли проявить свое творчество какое-то, чтобы они действительно смогли достигнуть того результата, которого мы хотим. Но вот вокруг этого и идет вся работа. Здесь есть и лекционная часть, и упражнения разные, и так далее. Ну, надеюсь, достигнем чего-то хорошего. Спасибо.